Перейдем к христианским новостям. Ковчег с частицами мощей апостолов Андрея, Петра и Павла, а также святителей Николая Чудотворца из Передона Тремифудского передан в дар Исаакиевскому собору в Петербурге, сообщает Правмир. Мощи были переданы благотворительным фондом святого мученика Ванифатия, который выкупил их в различных местах в Европе. В ближайшее время будет изготовлен специальный постамент для ковчега с мощами, сообщила руководитель сектора коммуникации Санкт-Петербургской метрополии Наталья Радоманова.